Привет всем! На этот раз я хотела бы рассказать о экзотических сортах рыбы, которые я вот считаю определенно очень вкусными. Есть много других сортов, но вот я, например, всегда предпочитаю кашер, и я никогда не ем вот это кальмары, креветки и всего такое, что говорят, вот есть у них такие специфические такие продукты. Ну, это тоже сиафуд, но это я вот такого не ем. А вот рыба, вот такая вот, например, как и салмон, и севрюга, вот это вот очень вкусное, и я всегда бы рекомендовала это на званый обед, на хорошие пари. Ну, желательно, чтобы кто хочет удивить друзей, вот это то, что бы я очень рекомендовала. Почему? Я еще всегда настаивала на том, что надо еду выбирать органик. Почему органик, даже если она будет в 2-3 раза дороже, чем обыкновенная, вот чем хорош органик? Вот. Прежде всего, то, чтобы, во-первых, его выращивать органическим путем, настоящим, натуральным, из-за этого, естественно, повышается качество. И вот еще когда рыба органик, ее действительно отлавливают в океане. А есть вот, которая идет, она дешевле сортом намного, но если на ней нет маркировки органик, это значит, что ее вырастили в чем-то напоминающем бассейн. И в чем, вот почему это никогда не стоит брать, потому что ее подкрашивают. Ну это все знают, как красят продукт. Вот, ну, я всегда предпочитаю органик. Главное, что в нем есть гарантия, что краски нет. Вот. Краска, ну, она для организма-то не вредная на какое-то время, но оно потом, если очень много употреблять крашеных продуктов, то она может, конечно, сказаться на здоровье, но это уже будет лет через 5-7. Вот, а органик, то, что если дороже, но зато вкуснее. Вот. И вот этот вот сорт рыбы, который я хотела бы показать, вот это вот Red Salmon, настоящая. Вот бывает такое, продают на паунды, вот у нас в магазинах. Вот это, кстати, она в Нордхалле вот упакована и расфасована для магазинов и ресторанов. То есть единственное, в чем отличие, что для ресторанов они отвозят оптовые упаковки, намного крупнее, чем это. А это для частных покупателей, для тех, кто хочет устроить пари. Для частника, для званого ужина или званого обеда, вот это то, что надо. Она стоит $17, но здесь разное. Это assorted, называется assortment. И здесь вот они разные. $17 всего, ну здесь сколько, 454 грамма, 1 паунд, 1 паунд-то, ну по-русски такого эквивалента нет. 1 паунд это 454 грамма, ну, вот это вот рыбочка, красненькая, вот я хотела показать где, вот с котверкой мне нравится, это еще из Украины сохранилось. Когда я была совсем-совсем маленькой, мы одно время там жили, и у меня до сих пор там есть очень много друзей осталось, с котверочкой еще с Украины. Практически это уже винтаж. Вот. И вот это красный Red Salmon, я хотела показать, где его выращивают. Вот если мы живем вот здесь, вот это здесь Сан-Франциско, здесь Лос-Анджелес, мой любимый город Лос-Анджелес. Вот. А рыбочку ее вылавливают уже вот здесь. Дальше, говорю, есть рыбочка, которая вот здесь вот у нас Аляска. Вот. И говорю, здесь есть такие, где специально ее отлавливают, чтобы она в диком виде росла, в нормальном, в природном. Вот ее вот здесь выращивают. Вот это вот севрюх беленький, красивенький, вот, ее выращивают уже вот здесь. Здесь этот, когда она выращивается, ее выращивают рядышком с Канадой, это выращивают. А в диком виде ее отлавливают уже вот в этом промежутке. Также есть, здесь вот где Атлантик, океан, здесь больше выращивают селедку. Вот такие немножко дешевые сорта. А такие бюджетные, я бы сказала, но они тоже вкусные. Потому что когда есть копченый макрел, он тоже очень вкусный, очень хорошенькая. Ну, это уже вот здесь. Здесь более дешевые сорта рыбы водятся. Вот. Сам вот есть экзотические, вот эта вот розовенькая, она такая прелесть. У нее экзотический вкус, но ее, вот моя семья, например, предпочитает это с перцем, как можно больше перца. Вот, мне лично нравится красный перец, а моей семье нравится черный. Вот, ну, у нас такой на Кавказе, у нас очень было принято делать кофе с чесноком, и поэтому, ну, вот, некоторые члены моей семьи до сих пор предпочитают везде чеснок, даже в рыбу. Ну, я для них специально его принесу. Потом я показала, это называется, у нас в Америке это называется такой шведский стол, когда он миниатюрный, а у меня дом 2 этажа, а я живу одна. И потом я специально принесла это, то, что сегодня у меня будет маленькая пари, а я как раз успею заснять, и для одного человека это вполне нормально хватит.
где моя настоящая кухня. Согласно законам моей веры, я не могу показывать, где моя кухня. Посторонним я не могу, к сожалению, этого показать. Вот. Когда надо будет, если мой мастер, мой учитель позволит, я потом покажу. А ну, в данный момент я как живу одна, как вот так вот есть, я показываю все as is, то, что мне приукрашивать незачем. Вот, а вот еще рыбочки. И очень хорошо, что вот, допустим, корабли, они идут вот сюда. Здесь они проходят. Здесь очень трудно пройти, потому что здесь они чаще всего тормозят. Здесь есть некоторые страны, которые у нас не контачат. И здесь не очень хорошо отлавливать. Но рыбочку отлавливают здесь. Но здесь есть подводное течение, из-за которого сложно бывает довести. Поэтому надо в какие-то определенные сезоны. И поэтому важно, чтобы рыба была поймана в правильный сезон. То есть не тогда, когда она идет делать икру. Потому что когда она идет икру делать, это она уже теряет свой вкус. Вкус остается только у икры. Вот. И в чем еще преимущество? Чтобы сезон должен быть правильным. И когда рыбочку, когда ее отлавливают именно сразу в океане. Почему? Она идет замороженная, когда говорят рыба замороженная, она более свежая, чем та, которую говорят, что она свежая, не замороженная. Почему? Потому что когда замороженную поймают и отловят сразу, она будет сразу замороженная, и она не успевает протухнуть. А тогда, когда рыбу ее сначала очистят, потом фасуют и сначала везут, они, потому что транспортировка берет как минимум 2 недели. И за эти 2 недели даже в холодильнике оно все равно успевает какой-то процесс гниения начаться. И поэтому то, что везет на корабле до берега, потом расфасовывается на берегу, расфасовывается дальше на склады, а со складов магазины базы, с баз уже в маленькие магазины. И от поимки рыбы до того, как она попадает в магазин, проходит как минимум месяц, а то и 2. И то есть, когда она дойдет до покупателя, до холодильника, уже 2 месяца, она уже давно поймана, она не такая уж и свежая. А то, что заморозили сразу в первые часы после поимки, она сохраняет свои вкусовые качества. Но в чем повышается цена вот такой рыбы, как вот эта упаковка? Почему у нее так повышается цена, что вместо 5 долларов она будет стоить 17? Почему? Потому что есть такие средства, что вот рыбу поймали на рыболовническом судне, вот это вот, и это, значит, сразу поймали, почистили, и ее упаковывают в холодильник. И эти холодильники специальный сервис вертолетом грузит и везет сразу на базу. И поэтому он, получается, 2-3 суток всего проходит с момента поимки до появления в магазине. Вот от этого повышается цена за счет сервиса, потому что это тоже чего-то всегда стоит. На вертолете попасть на это судно, взять оттуда заготовленную рыбу и на вертолете же отвезти, это все чего-то стоит. Поэтому цена повышается на рыбу, но зато это качество. И поэтому я всегда предпочитаю, уж если заплатил, тогда знаешь, за что заплатил. Потому что, как вот говорят, здоровье не купишь, а на самом деле его еще как купишь. Поэтому вся органика – это здоровая еда, и даже если она стоит дорого, это того стоит. А сейчас проверим, какой вкус. Так. Вот она уже открывается. Такой тоненький слой целлофана. Хотя мне говорят, что я похожа на кошку. Может быть, в этом что-то и есть кошачье в моей душе. Это такая большая рыжая кошка, персидская. Вот, рыбочка. Чудесная рыбочка. И так пахнет. Вот. Вот это вот хорошее. Это мой любимый сорт. Подковырнуть можно и правой, но я предпочитаю, конечно, все стараться делать правой. Но также можно чуть-чуть иногда руками, пока никто не видит, нанизать и, как нормальный культурный человек, левой. Вкуснятина. Просто прелесть. Вкус у нее просто потрясающий. Просто особый. Ни с чем не сравнимый. Потому что если словами описывать, это трудно. Надо пробовать. Вот эта беленькая. Такая прелесть, очень вкусная штучка. Она так распадается, сразу готовенькая. Главное, что
проверить ее свежесть, что она не разваливается и сохраняет свою форму. Такой запах просто потрясающе вкусный. У нее сохраняются все вкусовые качества, и запах, и свежесть, и цвет. Причем, когда рыба, она еще свеженькая, и чем найти, что она не была заморожена, не переморожена, когда у нее нету радужного блеска на срезе. То есть, если она полностью вот должна быть такая матовая, значит, что она была поймана свежей и привезена свежей, и ни разу не проморожена, и не начала тухнуть. Это стоит того. Мои гости сегодня будут в восторге. Ну, а пока, до новых встреч!